Ну, хороший матч, две равные команды. Нам больше нужна была победа. Для нас сейчас важно набирать очки в каждой игре, улучшать свое положение в таблице. Ну и находить свою игру. Было какое-то собрание внутри среди игроков перед матчем? Как-то беседовали, что нужно обязательно побеждать? Ну, не только перед матчем, а и на тренировках ребята все друг с другом разговаривают, в пятерках обсуждают какие-то схемы, наигрывают какие-то связки там. У каждой пятерки свои игровые моменты, которые им надо чем добавить, они в этом и добавляют, на тренировках разбирают это. И эпизод с незасчитанной шайбой Капризова, как прокомментируешь, там что-то произошло, судьи в итоге зафиксировали нарушение, тебя отправили на скамейку? Ну, я никак это не прокомментирую. Судья есть на поле для того, чтобы судить. Он решил ударить, значит, так надо. Не все болельщики, но все же их большинство поддерживают команду, несмотря на поражение. Вот эта поддержка как-то помогает? Да, конечно, приятно. То, что даже когда у команды не идет игра, болельщики приходят на трибуны и поддерживают нас. Это придает еще больше сил. И мы начинаем еще больше верить в себя и стараемся еще больше. Ну, во втором периоде вот сыграли очень удачно, да, 3 шайбы забросили, пропустили всего одну. А где добавили, в чем сумели превзойти соперника? Ну, Инвер Лисин хорошо бросил на большинстве, где-то поймали на ошибках соперника и забили свои голы.